Приветствую вас. Я бы хотел обратить ваше внимание на несколько важных моментов, на мой взгляд, которые стоит обозначить. Какие-то моменты, наверное, уже раскрывались вам моими коллегами, но какие-то моменты, я думаю, что они не раскрыли, как это, в принципе, нормально, потому что у каждого человека свой взгляд. Во-первых, ваш мужчина, человек, который, если и не до конца сформировался, то вся основная работа по формированию его как личности уже была проведена. И в этой ситуации вам нужно понять, что если человек считает, вот он считает, что все должно быть поровну, он считает, что все должно быть демократично, да, грубо говоря. Это его мнение. И с этим мнением, к сожалению, нельзя спорить. То есть оно может быть правильно, но может быть неправильно. Каждый скажет по-своему. Потому что, ну, для кого-то это правильно, то, что он говорит, для кого-то неправильно. То есть тут по-разному. Вот некоторые женщины, например, тоже считают, что отношения должны быть такими. Некоторые нет. То есть это личное дело каждого определять, какое место человек занимает в отношениях, какие обязанности он выполняет и так далее. Ваш мужчина, имея четкую позицию по данному вопросу, к сожалению, еще и, по моему мнению, имеет черты инфантильности и немножечко эгоизма, так, по крайней мере, мне показалось. И вполне вероятно, что данные черты, данные моменты и призваны защищать его с помощью вот этой вот теории, с помощью вот этой вот позиции. То есть позиция не является чем-то осознанным, позиция не является чем-то таким, как бы четко обозначающим позицию человека, но при этом, при всем при этом, человек пока не готов ничего менять, потому что его все устраивает. И он, надо совершенно определенно это понимать, он, скорее всего, будет также себя вести. То есть ничего не поменяется, ничего не изменится. Он будет также себя вести. И до тех пор, пока ему выгодно. Вот пока ему выгодно так себя вести, он и будет это делать. Единственный способ изменить человека, единственный способ дать человеку стимул к тому, чтобы он начал меняться, это только лишь показать ему, что он может вас потерять. Вот если вы дадите ему четко понять, что он может вас потерять, то тогда, в таком случае,
И при наличии у него любви к вам, при наличии у него чувств к вам, он, может быть, что-то поменяет. Может быть, как-то он начнет действовать по-другому. Может быть, как-то он изменит свою позицию. До тех пор, пока вы с ним просто разговариваете, до тех пор, пока вы с ним просто пытаетесь выяснить там какие-то моменты, ну, он не воспринимает это все всерьез. А значит, и поведение его не изменится. И после того, как вы дадите ему понять это, точно так же не факт, что поведение его станет другим. Это тоже нужно понимать. Может быть, он посчитает, что найдет другую девушку. Может быть, что-то еще вот такого плана у него будет. И вам к этому тоже нужно быть готовым. То есть быть готовы к тому, что молодой человек просто скажет, что не хочешь со мной быть, ну и ладно, я буду без тебя один. Или я найду там кого-то еще. Найду кого-то, кто не будет мне там такие претензии предъявлять, как ты. То есть вот это тоже вам нужно очень хорошо понимать. И это касательно момента, связанного с тем, можно ли человека поменять. Это касательно момента, связанного с тем, что вы имеете достаточно разные взгляды на вещи. Теперь дальше. Вы пишете следующее. Что вам жалко времени, которое вы потратили на этого человека. Конечно, я вас понимаю. Я понимаю, что вам действительно жалко потраченного времени, но человеческие отношения не являются чем-то гарантирующим. То есть вам никто не гарантировал, когда вы вступали в отношения, и вам никто не гарантировал, когда вы в этих отношениях находились, а вам никто не гарантировал того, что у вас обязательно будет все хорошо, у вас обязательно будут хорошие, успешные, удачные отношения, потому что это то, чего вам никто гарантировать не может. И вступая в отношения, вам необходимо понимать, что они могут продлиться, эти отношения. Год, могут продлиться 2 года, могут продлиться 3 года, а могут продлиться и несколько недель. И сколько бы они ни продлились, это ваш опыт, это ваше время, которое вы провели в этих отношениях. И это жизнь. То есть не нужно жалеть о том, что вы потратили какое-то время на человека, потому что вам это изначально было так. Жалея о потраченном времени, вы делаете только следующее. Вы продолжаете цепляться на этого человека и только потому, что вам жалко своего времени. Ну, вы же понимаете, я надеюсь, что вам это только вредит. Это то, что касается момента со временем. Теперь, если говорить про значит, то, что вам жутко не хочется остаться одиноким. Это тоже момент. Это тоже момент, который, надо сказать, мешает вам. То есть только из-за того, что вам не хочется остаться одинокой, вы размышляете о том, стоит ли вам оставаться в этих отношениях или нет.
Согласитесь, что данная позиция также делает вас несвободным. Согласитесь, что данная позиция также ограничивает вас, причем ограничивает весьма сильно в том, что вы находитесь с человеком только потому, что не хотите остаться одной, боитесь остаться одной и так далее. И отсюда можно сделать вывод, что страх остаться одной, который преследует вас, это лишний стимул находиться в отношениях, которые вас не устраивают. Но, тем не менее, это тот стимул, который вам тоже вредит. К сожалению. И потому страх остаться одной нужно подавлять, понимая, что человека теперь вы просто-напросто используете. Вы используете его, вы используете человека, значит, как средство теперь от одиночества. Но я надеюсь, вы понимаете, что использовать человека как средство от одиночества вариант далеко не самый лучший, потому что вы будете впадать от него в дальнейшую зависимость еще больше и еще сильнее. А это не может вам не вредить. Вот об этих всех моментах постарайтесь подумать, и когда вы о них подумаете, когда вы решите, что вы хотите все-таки с этим делать, тогда можно будет говорить о том, как вы можете эту ситуацию всю в целом исправить, как вы можете на эту ситуацию всю в целом повлиять и так далее. То есть, что вы можете сделать вообще во всей этой ситуации, вам станет понятно, как только вы подумаете над всеми этими моментами. Если вы не будете бояться, если вы не будете опасаться, если вы не будете воспринимать человека как средство для достижения своих целей, как средство для борьбы с тем же одиночеством, если вы проработаете свой страх, то вы станете свободны. И тогда уже большой вопрос. Будете ли вы нуждаться в молодом человеке так, как вы нуждаетесь в нем сейчас? То есть вы мыслите достаточно в определенной плоскости, но не смотрите на эту ситуацию с других сторон. И это мешает вам принять верное решение. Поэтому, чтобы принять решение, вам нужно обдумать те моменты, которые я сказал, при необходимости поработать с психологом по ним, например, помочь определить причину, по которой вы боитесь, не хотите остаться одной. То есть, причины, по которым вы, по сути дела, терпите, миритесь с теми негативными обстоятельствами, которые у вас есть, и тем самым ломаете себя и подавляете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.